17 мая значится как Всемирный день электросвязи и информационного общества. Говоря иначе, это профессиональный праздник всех программистов, веб-дизайнеров, системных администраторов и людей, занятых в сфере информационных технологий. Что такое сеть интернет? Когда она появилась и какую роль играет в жизни общества? На эти весьма простые вопросы сумеет ответить любой современный человек. Деятельность большинства людей имеет тесную взаимосвязь с информационными технологиями, а цель данного праздника – способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести использование интернета и информационно-коммуникационных технологий. Каждый день в любой нашей работе мы сталкиваемся с вами с таким вопросом, как выход в интернет, потому что на сегодняшний день там практически вся информация есть, и вы ее используете как для общения. Также на сегодняшний день это уже клад не просто информации, какого-то там развлечения. На сегодняшний день практически вся информация, любой товар, любая услуга делается непосредственно через интернет. На сегодняшний день невозможно представить жизнь современного человека без интернет-ресурсов. Немаловажным аспектом в познании информационных технологий является изучение и создание системных программ, правильное оформление веб-страниц и многое другое. Оператор базы данных, программист, системный администратор, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, сайтостроитель. Также обучаем программировать на различных языках программирования. Это C++, Java, Python. Создавать презентации проектов, внедрять, адаптировать и настраивать прикладные информационные системы, управлять информационными, материальными и денежными потоками в предметной области с помощью информационных систем. Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. Значение информатики в области человеческой деятельности, связанное с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и других средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет человечеству невозможную прежде роскошь. Главными богатствами становятся информация и знания. Открываются невиданные возможности самообразования. Хотел работать там в сети больше всего, создавая сайты, редактируя их, там, работая в фотошопе, видеомонтаж. Если, например, делать презентацию какую-нибудь, ты мог скачать какое-нибудь изображение там. 3,5 миллиарда – количество пользователей интернета в мире. Россия входит в десятку стран по пользованию интернетом, в рейтинге занимая 7-е место. Лидирующая позиция у Китая, 2-е место занимает Индия и замыкает тройку США. По неофициальным данным, ежемесячная аудитория в России достигла 87 миллионов человек. За год она увеличивается на 2%. И быстрее всего это число растет на смартфонах и различных электронных переносных гаджетах, которые очень доступны и просты в использовании, в частности для доступа в глобальную сеть. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».